Информационные технологии все больше завоевывают популярность среди школьников. Все, что выходит за пределы учебной программы, преподносят в клубе программирования. Причем мастер-классы от педагогов вузов здесь продолжаются даже в летние каникулы. Ребята изучают компьютерное железо, популярные языки программирования и уже разрабатывают сайты. Ребята постарше создают собственные компьютерные игры. В обычных школах, например, на уроках информатики, мы изучаем просто программы. Что-то основное, что изучается везде. А здесь конкретно мы изучаем какие-то специальные функции, как именно написать игру. В дальнейшем спрос на специалистов этой области будет только расти, а спрос – это важно, когда ты выбираешь свою будущую профессию. К тому же это довольно интересно делать что-то своими руками. В нашем клубе мы не только обучаем ребят программировать, мы знакомим их с IT-сферой нашего города. Мы всегда участвуем во всех IT-мероприятиях города. Вот наши ребята участвовали в международной IT-конференции «Стачка» и показывали там свои навыки. Наши ребята, системные администраторы, побили рекорд. Они собрали компьютер за 3 минуты 50 секунд и всех этим удивили. Сам проект задумывался как профориентационная работа. В клубе программирования ребятам прежде всего помогают определиться с будущей профессией.